Всем привет, с вами снова я, Black Falcon. Сегодня я буду снимать перепишку с Мёрдо Говорлит. Перед началом ролика хотел бы попросить, чтобы вы поддерживали меня лайками и подписываться, если вы это еще не сделали. И мы начинаем. Приветики, время пришло. В смысле? Я говорю, пава! Прости, у меня новый телефон. Кто это? Детка, это я, Джон. Какой еще Джон? Ха-ха, шучу, это ж мелочи. Вот и дерьмо. Я в курсе, ок? Это не может произойти сейчас. Это и не произойдет сейчас. Господи, а сердце в пятки ушло. Это случится сегодня, но позже. Я же не этого думал. Я ж не шучу. Ты скачала приложение, узнай дату своей смерти. Вот ты и узнала. Это было 100 лет назад. Неважно. Время твоей жизни проходит к концу. Поважи кого глядша. Фил сделал мне предложение. У нас свадьба через месяц. Но вообще-то свадьба у него, а не у тебя. Как это понимать? Он женится через 3 недели после того, как ты скопытишься. Печалька. Он мне изменяет. Мне никогда не нравился Фил. Когда он умрет? Ну, что? Такой неудобный вопрос. Я не разглашаю такую информацию. Но мы с ним были вместе 2 года. Это нечестно. Можешь кинуть ему ссылку на мое приложение. Если скачает, так и быть. Отвечу на твой вопрос. Кстати, если он введет приглашение код, ты получишь 10% скидку на место накладывающего в честь Хэллоуина. Оль, я хочу. Но это будет в октябре. Так что? Так что? Ага. Снова печалька. Это вот так для уму? От ножа? А? Воу, нет. Позже люблю этот эмоджи. Так как для уму? Ой, ну опять эти неудобные вопросы. Это логичный вопрос. Открой приложение. В меню есть раздел «Покупка подписки». Ты шутишь, что ли? Всего 5 баксов. Если введешь код «Страх и ужас», получишь скидку. И я должна тебе платить за то, чтобы узнать, как умру? Очередной вашевод. Тебе денег жалко, что ли? Они же тебе больше всего равно не понадобятся. Грубовато. Зато правда. А тебе зачем деньги? Ну, хз. Вообще присматриваю новый плащ. Ты серьезно носишь этот черный плащ? Может у тебя и коса лезть? Может и лезть. Если я куплю эту подписку, вопрос почем будет решен? Ну нет, я давно куплю на него. Он не дешевый. Ха-ха. Это была не шутка. Ясно. Ладно, увидимся совсем в школу. Что ли? Что такое? Давай я куплю тебе этот плащ. К чему ты ведешь? Я куплю тебе целый плащ. Тебе не надо будет больше копить на него. И ты нисколечко не потратишь. Ты пытаешься меня подкупить? А это ж работает? Нет. Жаль. Просто смирись с этим. А ты уверен, что тебе нужна именно я? Может, ошибочка вышла? В моем деле ошибочки исключены. Ну ладно, как меня зовут? Откуда мне знать? Ты же смерть. Во-первых, не надо писать мое имя в кавычках, как будто я вымышленный персонаж. Во-вторых, будь добра писать его с большой буквы. Это же имя. Прости. И в-третьих, у меня нет списка имен. Есть только номера телефонов, набор шифров. Это чтобы не привязываться к людям. Никаких имен, только шифры. Я Мэри. Кто тебя просил говорить мне свое имя? Ну знаешь, я просто... Договаривали. Я скромный студентка 5 университета. Хочу в будущем стать учителем. Сеять светлое, доброе, вечное. Сейчас существую в волонтерской организации и помогаю бездомным животным. Хочу выйти замуж и водить 2 замечательных детей. Или даже взять детей из приюта. Ты просто не знаешь меня. Если бы ты меня увидела и поговорила со мной, я уверена, ты бы передумала. Может, встретимся за чашечкой кофе? Ты согласна? Ох, давай штаба-бакси на Вальвер Стрит. Ночью в 2:56. Стоп. Типа я там умру? Информация доступна только пользователям с подпиской.
Пойдет, скажу ему. Увидим, что же чашечка и кофе до вагуша. Что ж, на этом переписка заканчивается. На этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Дашкового. Так.